Привет, друзья, с вами Флок, Коран, BTS, 43-й выпуск, будем сейчас с вами смотреть. Озвучка этого выпуска только такая, это Riddle Space, Секунда, Вето, вот это вот, да, которая многим не нравится, ну, извините, какая есть. Как говорится, мы в этой озвучке смотрим очень часто сериалы, мы смотрим Bon Voyage на Boosty, так что, ну, блин, уже привыкли все, в принципе, я в том числе. Вот, так что сейчас будем смотреть. Перед началом, разумеется, попрошу вас подписаться на Twitch, там мы вчера начали смотреть королеву Чхорин. Да, Чхорин, не Чхорин, а Чхорин, оказывается. Вот, королеву Чхорин, посмотрели 6 серий, так что, друзья, кто не смотрел, залетайте, смотрите, полдня у вас есть точно, вот, около 9 часов. И на Boosty в открытом доступе последняя серия, получается, последняя серия сериала, который мы с вами смотрели, да. Вот, там 3 сериала, вот, как я уже и говорил, каждая последняя серия сериала будет выходить для всех в открытом доступе, так что переходите, первая ссылка в описании, смотрите, нажимайте отслеживать, чтобы не пропускать, а мы приступаем к просмотру Run BTS, поехали. 43-й озвучивал секунду за русские субтитры благодаря концам группы SBM. Джей Хоп. И море. Я на острове Чеджу, что это море. Зим получил наказание. Так, как выпуск называется? Первый эпизод. Статья. А, это продолжение, окей. Это в предыдущем эпизоде. Будет. Это будут наказания. Шуга получил наказание. Войти в морскую воду. Это море. Зимнее море. Я на острове Чеджу, чтобы выполнить наказание. Температура ниже нуля. Очень низкая. Но блин, тут ниже нуля, я не страшная. Могу зайти в морскую воду. Ха-ха-ха, вот засранец, в эту ложечку зайдет. Ого. Ну блин, простудиться можно, да? Да, это верно. Это здесь, Красное а там вода еще будет холоднее. Наказание Шуги закончилось. Run BTS. В то время, ну, как факел передается на зимние Олимпийские игры Пхенчхан, дорогой олимпийский талисман Джей здесь с нами. Ты выглядишь очень мило сегодня. Так мило. Пару раз. Золотая эстафета огня. Думаю, маска увеличивается. Думаю, это не альпака, а овечка. РДЖ это альпака. Моя голова становится больше. У него мех, как у альпаки. Слишком мило. Не слишком тяжело? Тяжело, реально тяжело. Итак, что мы будем делать сегодня? Во время сегодняшнего Run BTS мы собираемся проверить ваши 5 чувств. Тест 5 чувств? 5 чувств? Мемберы BTS протестируют 5 своих чувств. Это тест 5 человеческих чувств. Осязание, зрение, слух, обоняние и вкус. Они сыграют 5 индивидуальных игр. Поскольку я предложил свой компьютер для приза, наказание исчезло. РМ радостно получил приз. Ты получил его, он у моих родителей. Первая игра — испытайте чувство осязания. Чувство осязания. В каждом из 4 ящиков находится предмет. Нужно угадать ответ, используя его тактильное ощущение. Будет дано 4 минуты. Если он верно отгадывает предмет, зарабатывает 1 очко. Если он верно отгадывает слово, комбинируя слоги, зарабатывает 3 очка. Тебе неловко? Ты пойдешь первым? Получи энергию хобби. Хорошо, успехов. Хорошо, вперед. Зачем? Что? Что это? Что это? Кусается? Кусается, да? А что там есть? Что это? Оно двигается. Это сено просто. Двигается. Оно двигается. Быстро, быстро. Или лапша. Это лапша, спагетти. Что это? Это из дома. Что это? Это собака Вика, но не двигается. Разве он не играет? Он не умеет играть. Не. Это камера в ящике. Это не... Там была камера. Позвольте мне двигаться дальше. Мне делать так со всеми ящиками, ты можешь вспомнить? Итак, тебе нужно нащупать 1 слог в ящике и сформировать их в ответ. Ой. Что? А это там кусается? Жаба. Жаба, жаба, жаба. Нет? А, просто камушки. Что это? По или что это, малютки, ракушки? Итак, всего 4 слога. Вода, передача олимпийского факела. Нет?
Что это? Взгляните на его лицо. Он нахмурился, когда ты сказал про передачу факела. Я перейду к следующему. Хорошо, закончил. Пожалуйста, подождите. Мармеладки, там вода, что ли? Это издает звук. Звук – это двигается. Разве это не вода? Вермишель. Оно огромное. Что это? Время вышло. Результат Чимина. Слоги Хва, Ян, Йон, Хва. Результат Хва, Йон, вопросительный знак, Ха. Провал. Следующий претендент. Чонгук, вперед. Чимин играл. Да не, сено. Это движется, большое, кусается. Пожалуйста, отдай нам. Да, кусается, вот оно. Чимин играл. Мы можем посмотреть с этой стороны, я не знаю, что это. Есть ограничения по времени. Чонгук, какое это по ощущениям? Каково это? Что это? Сначала я проверю слоги. Это то, чего мы не можем ожидать. Конечно. Полагаю, это банки тунца в воде. Суши из кальмаров. Это вкусно. Вкусно? Я смотрю на предметы. У меня были неправильные ответы. Чонгук ничего не знает. Это мармелад. У него нет идей. Что это? Он ничего не знает. Время вышло. Доставай руку, вынимай ее. Слишком сложно? Да. Третий участник, пожалуйста, поменяйте ящики. Что? Результаты Чунгу. Сухая лапша, ветки, резиновые перчатки, сухая шарики. Сухая лапша, да. Ацидия, ацидия, нарезанные фрукты, знак вопроса. Сука, слово ты, Хва, Ян, Йон, Хва, его ответ Хва, Я, Йон, Хва, успех. Третий игрок. Ким Сок Джин. 1, 2, 3. О, Джина так легко удивить. О. Ему 27 лет. Это движется. Оно двигается. Да хорош там, блин. Что за испуганный кот? Я никогда не видел такого испуганного кота. Я не понял. Джин более труслив, чем я. Все идеально понимают. Пока я этого не понял. Ты не понял правила. Как вы делаете это? Блин. Что? В чем проблема? Ай, блин, болит. Это не кусается. Эй, не кусается, не кусается. Там и живность есть, да. Что это? Оно живое? Думаю, что так. Взгляните на ноги Джина. Тебе нужно двигаться к следующему ящику, Хён. Я забыл два слога. Ты забыл слоги? Что это? Это самое худшее. Вата ведь там нет? Да. Его рука даже не коснулась этого. Остановись, прекрати. Ой, блин, ё-моё, что такое? Результаты Джина. Игрушечные змеи, змеи. Рисовые печенье, знак вопроса. Игрушечные лягушачьи яйца, консерванты. О, маски для лица, туалетная бумага. Слово. О, это маски Хва, Ян, Йон, Хва. Ответ. Хо, Ан, Ян, Ва. Провал. Четвертый игрок, Шуга, вперед, начнем. Ой, блин. Ё-моё, Джин. Шуга очень храбрый. Он боится других вещей, но не боится играть в эту игру. Шуга не смотрит ужастики. Мне не нравятся ужастики. Что это? Он сможет это потрогать? Думаю, что второе это нечто грубое. Как я могу описать это? Это не живое. Что это? Оно не живое. Йонги движется так быстро, вот почему он в этом. Я не понимаю, что это. Что это? Думаю, мой ответ был правильным. Что это? Что это? Не так ли? Мой ответ правильный. Ответ, что это? Продюсер. Что это? Мокрая вата, блин, а. Точно, хорошо пахнет. Это не подлинная форма. Я не понял третий. Результаты Шуги. Игрушечные змеи, игрушечные пауки, игрушечные шарики, шарики, маски для лица, очищающие салфетки. Слово. Хва, Я, Йон, Хва. Ответ. Хва, Я, Йон, Хва. Успех. Скрытый напуганный кот, РМ. Меня легко напугать. Первый ящик действительно вперед. Как это можно угадать? А что это такое? Губки какие-то? Рыбный пирог? Что это? Подождите, я не могу дотронуться до слога. Если уж РМ не может распознать слог. Что это?
Это большой и прекрасный. Это паук игрушечный? Большой и прекрасный. Что это? Пожалуйста, не сломай ящик. Не сломай его. Что это? Что мне делать? Вот оно, это то. Это... Подождите. Что это? Тебе нужно поторопиться. Это исчезло, оно было здесь. Что это? Морская звезда? Осталось 30 секунд. Подождите. Рэм, тебе нужно двигаться быстрее. Я не хочу угадывать. Это было удивительно. Это укусило меня? Оно еще не укусило. Эй, кусается. Время вышло, конец. Время вышло. Вот это непонятно что. Результаты Рэма. Сушеный тофу, спонжи, игрушечный паук, машина для сахарной ваты, морской огурец, осьминог, говяжий рубец, вьюн, рыба. Слово хва-я-йон, хва, это настоящий морской огурец и рыба? Думаю, Хобби не сможет дотронуться. Тебе нужно быть осторожным. Он так серьезен. Он похож на мастера гончара. Большой. Рэм сломал это. Правда? Страх перед неизвестными вещами. Хобби, думаю... Оно живое? Оно живое? Невероятно. Тэхён, ты должен двигаться дальше. Это удивительно. Вот оно. Не ошибись. Опускай вниз медленно. Оно кусается. Выше. Ой, настоящий, блин. Не ожидал, что он коснется этого. Ясно. О, парень, почему оно такое большое? Большое? Осторожно, трогай медленно. Оно двигается. Если ты опустишь руку ниже, там будет его голова. Он поднимает это? Что это? Результаты Ви. Сушеный тофу, большие желе, игрушечный паук, морской огурец, свиные шкурки, говяжий рубец, осьминог. Слово хва я йон хва, ответ, блин, они хва, такие я, же йон, слизкие, хва, успех. Куртки. Начали. Что это? Блин. Джин 2.0. Что это? Шуга, у тебя слишком большая голова, и мне не видно Джей-Хоп. Мне не видно из-за твоей головы, прости. Что это? Что это? Потроха, остальные предметы более удивительные. Блин, ну они же должны понимать, что там нет ничего страшного. И живого. Оно кусается. Ну, блин, настолько живого, чтобы, блин, как бы их укусить там. Вы не можете говорить трогать бездумно. Тебе нужно двигать дальше. Вот оно. Это то. Хобби, оно живое. Это пахнет морской водой. Оно живое. Он трогает только слог. Что это спереди? Что это вещь? Он плюется. Морской червяк? Водоросли? Я могу сказать, откуда ты это знаешь? Я знаю, это морские водоросли. Когда я был маленьким, мой папа готовил суп из морских водорослей 5 раз в неделю. Я узнаю их, когда чувствую запах. Ладно, что это? Что это? Думаю, в этой игре я буду победителем. Я более храбрый, чем вы думаете. Результаты Джей-Хоупа. Черные грибы, потроха, говяжий рубец, морской черт, морской червь, морской грибы, червь, потроха. Водоросли, водоросли. Слово грибы хва, с потрохами. Ян, ну блин, они, да, они склизкие такие прям. Хва. Успех. Результаты теста. Первый раунд завершен.
Хорошо, мне нравится, что я на втором месте. Осталось 4 игры. Перейдем к следующему раунду. Будет ли наказание за последнее место? Сегодня у нас нет наказаний. Пусть победитель наденет этот костюм. Давайте уволим наших стилистов и будем носить костюмы BT21. Давайте перейдем к следующей игре. Вперед, начнем. Если ты носишь это, должен продолжать носить. Ты не можешь снимать даже маску. Мы сейчас на самом дне. Это тест на слух. Игрокам нужно найти мембера, которого они выбрали после того, как услышат только голоса. Мемберы вытянут карточки с именами тех, кого они должны найти. Остальные будут стоять вокруг игрока и говорить армии одновременно. Мемберы могут сказать только 3 раза. Выбор мемберов: RM-V, Джин Шуга, Джей Хоуп Джин, Ви Джей Хоуп Шуга Чонгук, Чимин RM, Чонгук Джин. Мы встанем в случайном порядке за Шугой. Шуга должен найти Чонгука. Мы можем просто пойти и найти его, так? Что он делает? Никто не пытается найти, где ты. Готовы? Я считаю 1, 2, 3, вы говорите армия. Вы поняли? Вы сейчас стоите за мной? 1, 2, 3, армии. Армия. 1, 2, 3, армия. Пожалуйста, вернись на свое место. Пожалуйста, выйди вперед. 1, 2, 3, армия. Я найду его. Я нашел тебя. Уверен, это Чонгук. Удивительно. Как он сделал это? Он угадал? У меня хорошие уши. Я буду лучше смотреть, надев это. Ты сможешь услышать 3 раза. Пожалуйста, решите, где станете. Кого ему нужно найти? Джина. Есть 3 попытки, когда он досчитает до 3. Хорошо, начали. 1, 2, 3, армии. Вы не должны менять тональность своего голоса. Я не понял. 1, 2, 3, армии. 1, 2, 3, армии. Я не понимаю. Мемберы дают Чонгуку еще один шанс. Не думаю, что смогу угадать. 1, 2, 3, армии. Да блин, хоть куда-нибудь иди. Ну, самый ближайший, Джин? Конечно. О, блин, правильно же. Правильно же сторону выбрал. О, о. Что ты делаешь? Здесь есть кто-то. Удивительно. Нормально. Ты телепат? Пожалуйста, поменяйтесь местами. Кого должен найти Джин? Шугу. Могу я считать до 3? Простите, я считаю. 1, 2, 3, армия. Это? Еще раз. 1, 2, 3, армия. Я совсем не могу угадать. Еще раз. 1, 2, 3. Армия. Во. Молодцы, прям. Да блин. Провалился? Руку не туда, он да. Провалился. Четвертый игрок, бог разрушений. У тебя есть 3 попытки. 1, 2, 3, армия. 2, 3, армия. 1, 2, 3, армия. Сейчас они хороши в этом. Я не могу сказать точное место. Ты сможешь угадать.
Должен найти Ви. Блин. Основываясь на его личности, он попытается делать звуки громче, чтобы привлечь мое внимание. Будет ли он говорить тише, чтобы его не поймали? Думаю, это зависит от этого. Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты стоишь слишком близко ко мне. Эй, я единственный, кто провалился. Кого должен найти Ви? Молодец, вообще четко было. Вперед, поторопимся. Ты готов? Пожалуйста, скажи. 1, 2, 3. Продюсер, простите, но пожалуйста. 1, 2, 3. Арми. А ему кого надо найти? 1, 2, 3. Арми. 1, 2, 3. Арми. Hi, there is it? Могу я попробовать еще один раз? Хорошо. 1, 2, 3. Арми. Ой, ну опять тональность. Удивительно, потрясающе. Это твой soulmate, Чимин. Невероятно, Чимин. Твое предположение ошибочно, удивительно. Спасибо. Спасибо тебе за твой провал. Его микстейп выйдет. Надеюсь, ты угадаешь. Верно, я надеюсь, что так, потому что скоро выйдет микстейп. Он легко сможет найти. Точно, он сможет это сделать. Они делят комнату несколько лет. У Чимина есть собственная частота. Чимин. У Чимина голос выделяется. Хорошо, мы можем начинать? Давай. Тэхён? Это сложно. Думаю, я не смогу сделать это. Что будет, если я встану так? 1, 2, 3. Арми. Хорошо, слева. Он слева от меня. Нет? Он слева от меня. Я обращу больше внимания на людей слева. 1, 2, 3. Арми. Я так уверен, слева от меня. Это Чонгук. Чимин между Джином и кем-то. Как, блин, они рядом. 1, 2, 3, Арми. Он справа от меня? Пожалуйста, найди мембер, которого выбрал. Чимин, готов? Чимин, ты готов? Чимин. Подождите, в какой я стороне? Пожалуйста, повернись. Что, простите, слева от тебя? С этой стороны? Вы уверены? Это передняя сторона, верно? Ты уверен? Думаю, это нужная сторона, и начинаю. Это передняя сторона, камера передо мной. Я пойду влево. Думаю, это Чонгук. Он Чонгук, а это Юнги. Ну блин, ну как так? Или здесь? Это Чонгук. Где-то здесь. Ну как так, блин? А он говорит справа. Кто в центре? Он слева, блин. А как? Я облажался. Ответ. Я облажался. Это Намджун. Намджун. Проснись. Что? Чимин был тут. Я сказал так. Но я не пошел. Но я не нашел места. Здесь никого не было. Ты говорил там. Здесь никого не было. Правда? Вы готовы? Готовы? Вы готовы? Намджун, ты готов? Намджун готов? Хорошо. 1, 2, 3, Арми. Думаю, я знаю. 1, 2, 3, Арми. 1, 2, 3, Арми. Могу ли я попробовать еще раз? 1, 2, 3, Арми. Там никого нет.
Я слышал это отсюда. Нет. Как ты угадал? Я справился? Справился. Я сделал это. Я почти справился. Я потерялся в пространстве. Результаты теста. У тебя всего одно очко. Давайте начнем следующую игру. Чувство обоняния. Тест на обоняние. С закрытыми глазами должны угадать еду и мембера. Кто будет? Да, как вы сможете это сделать? Давайте сделаем это по порядку. Ой-ой-ой, что это такое? Что такое? Кстати, совсем забыл. Я же сегодня стрим обещал, но его, к сожалению, не будет, поскольку я уже уехал. Да, вы это видео смотрите, но я уже как бы не здесь, я уже уехал. Вот это видео я выложу с телефона, да, оно у меня просто предзаписанное. Вот. Но вы его, разумеется, посмотрите ближе к вечеру. Вот. Но это так, чтобы знали. Да. Ну, если вопросы будут, просто мы вчера на стриме сидели, вроде бы как сегодня фильм хотели смотреть, но вот так вот получилось. Уехал, да. Чунгука. Давайте начнем с него. Хорошо, приготовимся, начали. Приготовься, начали. Торт. Где его рука? У тебя есть одна минута. Что это за запах? Что за торт? Похоже на эти шарики, вот кисломолочные. Но, по-моему, нет такого ведь у них. Это его рука перед моим носом? Нет запаха. Что за запах? Джин? Торт? Слишком сладко пахнет. У тебя 10 секунд. Это... Ответ? Ответ. Шоколад. И? Белый шоколад, джин? Да. Думаю, это джин. Шоколад, вы знаете. Не коричневый который. Что это? Белый. Белый шоколад. У него свой запах, да. Потрясающе. Потрясающе. Оба правильно. У него хорошее обоняние. Как он смог сделать это? Думаю, он увидел глазами своего сердца. Выбирай мембера. Красиво сказано было. Глазами своего сердца. Я сначала сердца. Понюхаю его руку. Готов. Сначала руку. Вперед. Из-за запаха еды. Пожалуйста, дай мне свою руку. Пожалуйста, подойди ближе. Это рука. Думаю, это хобби. Дайте мне понюхать еду. Печенье ракушки. Это мандансан. Ответ. Это хобби. Это печенье мандансан. Неверно. Это хобби. Это были печенья, но... Как вы называете их? Печенье ракушки. Ты готов? Приготовься, мы все готовы. Приготовься. У зелени тоже свой такой прям готов? Запах, который, блин, да. Приступим. Ну это салат, насколько я понимаю, приступим. У которого нет такого ярко выраженного прям запаха. Как у той же кинзы, блин. Рука. Дайте мне сперва понюхать его руки. Петрушки, лука. Это не пахнет. Понюхай еду. Вот оно. Пожалуйста, подойди. Хорошо, мембер. Ты снова нюхаешь его руку. Кто это из мемберов BTS? Тэхён, Чимин, Намджун, Юнги. Хоп, осталось 7 секунд. Чунгук. Кто последний? Время вышло. Пожалуйста, скажи ответ. Ответ. Мембер Юнги. А еда салат. О, молодец. Потрясающе. Как ты угадал это? Как он смог это сделать? Чувака. Вы знаете запах салата. Что ты будешь нюхать первым? Я? Дайте мне сперва понюхать мембера. Первый мембер. Приготовились, начали. Хорошо, дальше. Еду. Что-то молоко, что это? Как я могу выразить это?
Я могу снова это понюхать? Чонгук и бальзамический соус. Он сказал Чонгук и бальзамический соус. Что это? Что бы ты хотел понюхать первым? Первым еду. Хорошо, приступим. Ну это булочка какая-то. Крем? С чем-то. Как мы это называем? Осталось много времени. Еще раз еду, пожалуйста. Красные бобы. Хорошо, мембер. Булочка вот с этим, с бобовым соусом. Бобовый пирог, может быть, вот так вот. Это совсем не пахнет. Еще один раз. Ответ: хлеб с сладким заварным кремом. Мембер. Между чимином и джином. Джин? Ого. Ви, удивительно. Как ты смог сказать все неверные ответы? Потрясающе. Хлеб, наполненный красной фасолью. О, это было близко. Что будешь нюхать первым? Первым я понюхаю мембер. Хорошо, приступим. Ох, господи, загнул. Полагаю, у него до этого был хлеб. Акробатические пальцы. Еда, маринованный чеснок. Что это? Кстати, что похоже. Это? Маринованный очень такой, знаете. Подождите. Мне кажется, легко маринованный отгадать. Конец ответа. Это сложно. Мембер. Хотя оно все на один запах практически маринованное. Подождите, это джин. Практически. Не, нет. Мембер. Чонгук, я назову его. Третий мембер. Второй. Я скажу, что это чимин. Хорошо, это чимин. Да не будешь менять? Хорошо, чимин, я не изменяю. Это чимин, чимин. Еда. Пожалуйста, ответь. Мы сосчитали до трех, как до десяти. 3, 2, 1. Кочуджан? Неправильно, удивительно. Это маринованный чеснок. Разве это не имбирь? Маринованный чеснок. Его запах. Маринованный чеснок? Я бы не догадался. Это не рука, которую я нюхал? О, верно, это был я. Что из этого ты хочешь? Первым. Мембера, приступим. Ой, авокадо, блин, у него прям, да. Ну, такой зеленый прям запах, свежий. И сейчас свежий. Это делаем? Ну, довольно тяжело, мне кажется, догадать. Это пахнет его. Как духи, очень мягко. Еще раз, пожалуйста. Не знаю, еще один раз. Кто это, Шуга? Еду, пожалуйста. Запах как? Что это? Давайте соберем всю свою энергию. Конец. Ответ 1-2. Ты понюхал воздух над этим. Твой ответ? Ответ Шуга. Мясо. Шугаё? Да ну ты что, какое мясо, блин? Такой запах? Какое мясо, блин? Ну ё-моё, ну как авокадо? Можно с мясом-то спутать? Это мясо с фруктами, потому что оно богато белком. Это авокадо, никогда не видел. Да, оно очень это жирное, авокадо? Но, блин, как с мясом спутать? Как это по запаху? А запах, да, у него реально, ну прям... Очень свежий такой запах. Из зеленцы. Мне нравится авокадо с чесночком, так в кашу, вы знаете, нахерачил так. Кусками не люблю, а вот в кашку так и на тостик какой-нибудь. Замечательно. Зрение одно из пяти чувств. Зрение. Ой, следующая часть у нас будет. Пойдем ближе на одну секунду. Сокджин! Как называется? Да, это походу следующее, так что не будем спойлерить. Ладно, друзья,
43-й выпуск Run BTS. Мы все ближе и ближе, все ближе и ближе. Ближе и ближе. Да. Скоро мы все посмотрим. Скоро, да. Мы все посмотрим. Все, которые раны вы просите, мы посмотрим, дойдем обязательно. Хоть это сотые, но тем не менее дойдем. Еще раз напомню, переходите на Boosty, смотрите последний выпуск третьего сериала, который мы досмотрели, открыт для всех, 7-й эпизод. Вот. На Твиче, как уже и сказал, дорамку начали новую смотреть, Королева Чхорин. Вот, переходите, также смотрите, кто хочет. Очень интересная дорама. Вот, серьезно, очень интересная. 6 серий пролетели просто вот так, пиу, и все, нету их. А это, я попрошу заметить, по 1.5 часа практически. Блин, да. До этого мне давали серии, конечно, сложнее у предыдущих дорам. Ну ладно, друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был Флок. Всем пока.